Удача всегда с нами. Проект «Сами с вами». Что прослушали первую песню группы «Ядра». Очень приятно, что нам предоставилась возможность сыграть свой небольшой сет-лист. Мы приехали из Петербурга. Сейчас я немножечко отдышусь и познакомлю вас с нашими музыкантами. На гитаре у нас играет Михаил Лавров. Здравствуйте. На барабанах у нас играет Леша Семенов. Я Григорий Синицкий, ору и играю вот на этой вот самой бас-гитаре. Надо сказать, что у нас есть еще четвертый участник коллектива, но он полностью кибернетический и представляет собой вот это вот электронное устройство и выполняет роль клавишника. Клавиши вы слышите, но никто по клавишам не играет. Вот такая вот у нас кибергруппа «Ядра». Продолжим. Человек второе дно.
днище. Ложь во благо его пища. Место отношений рули. Место боли мозга дули. Место снега тонкой соли. День за днем репосты боли. Залученные очи, дрожали кровоточат. Залученные очи, залученные очи, залученные очи. Наша музыка представляет собой странное сочетание. А про что эта песня? Давай я расскажу, что такое наша музыка. Мы позиционируем свое творчество, не относя его никакой субкультуре. Мы считаем, что это громкий рок. И поэтому достаточно странным является наш внешний вид. Скорее, это ближе к андеграунду или к арт-року. Но это все очень громко, потому что для того, чтобы докричаться до современного человека, нужно, конечно, делать это экспрессивно. Шепотом наши мысли и идеи уже донести ни до кого невозможно. Поэтому я ору, Михаил орет, Алеша остервенело бьет в барабаны, и таким образом мы пытаемся донести нашу мысль до потенциального слушателя. Ну, продолжим. Следующая песня появилась в Москве. Мы из Петербурга частенько приезжаем в Москву для различного рода профессиональных обязанностей. Как вы понимаете, наше творчество, оно не коммерческое. Мы все работаем на работе. Единственный, кто может похвастаться такой музыкальной карьерой, это наш барабанщик Леша, который профессионально работает барабанщиком. И мы очень благодарны, что он нам помогает тоже делать барабанные треки. Можно было, конечно, и в компьютер занести все ударные треки, но это уже будет немножечко не то. Это будет уже другая музыка. Во-первых, это некрасиво. Ну да. А так руки летают, тарелки звенят, и, в общем, здорово. Следующая песня про то, как мы все, городские жители, попали в ловушку наших городов. И не можем из нее выбраться. И вот эти печальные мысли больше всего, конечно, отталкивает Москва со своими пробками, со своим бесконечным движением, со своей жизнью. Мы вчера вечером заезжали в Москву уже, ну, фактически ночью. И, конечно, движение как днем. И количество людей, которые мечутся и что-то ищут свое в этом городе, оно, конечно, уже все разумные и неразумные пределы перешагнуло.
фантастика. Долиной давно управляет холм. Над долиной реет иллюзия праздника. Над долиной свастика из металла пластика. Следующая песня родилась после общения с нашими больницами. Они, конечно, место печальное, но других у нас нет. У каждого в жизни происходит момент, когда он попадает. Провожают рассвет, где ты допиваешь свой последний куплет.
такая депрессивная песня. И сейчас будет еще более депрессивная песня про то, как не надо нарушать правила дорожного движения. Жизнь у них уже позади. Пары и хруст у них.
пытался изобразить каркающую ворону. Наверное, это получилось. Лучше всего. Да. Многие задают вопрос: Григорий, что у тебя на голове такое надето, похожее на красный кляп, в который ты орешь? Какой извращенца. Это новаторский микрофон моей собственной конструкции. Он сделан для того, чтобы я мог играть на гитаре, киваться и при этом не стоять перед микрофоном, как с кочергой в позвоночнике. И есть, конечно, гарнитуры, которые специально для этого предназначены, но все эти гарнитуры, они, во-первых, недостаточно мне нравятся своим внешним видом, а во-вторых, они на самом деле ловят звуки вокруг. У меня же получилось вставить сюда направленный микрофон от 58-го Шура. И я там все спаял, все склеил. И вот уже года три ору в это интересное устройство. Все это приделано, к слову, к оголовью сварочной маски. Самой настоящей. У вас есть еще какие-нибудь песни, Григорий? Да. Есть. Следующая песня многим может не понравиться, потому что обличает один из пороков, а именно пьянство. О, можно хорошо, я ее пропущу? Что у нас в группе нету таких людей. Но эта песня не такая депрессивная, как предыдущие, поэтому давайте вместе ее будем играть и петь. Сейчас я включу нашего кибернетического клавишника. Очень удобный персонаж, не занимает много места. В путешествиях помещается в рюкзачок, не ест, не пьет и не бузит. Хороший парень. Thank you.
трезвый пьян. Тебя забей, на здоровье забей, на работу забей. Перебей коней, перебей лошадей, перебей свиней. Своих друзей, на детей забей, на жену забей. И я вдалей, это сладкое время, убивать тебе и племя. Бей. Такая вот поучительная история. Следующая песня. Опять-таки о бренности нашего бытия. О том, не только бренности, но, в общем-то, и тщетности. Что представляет собой наша жизнь? Это постоянное, периодическое выполнение каких-то одинаковых задач с одинаковыми людьми в одинаковых обстоятельствах. И эта мысль, она, конечно, не оставляет нас и отражается в нашем творчестве.
тратишь больше жар. И важно, ты пожар, ты лимон, ты деловар. Все сюда на один угар. Дальше катишь больше жар. Ты не беда, но ты не беда, готов большую пиздец. Залетаться, ты не беда, тебя не беда, готов большую пиздец. Залетаться. Вот опять-таки такая вот нравоучительная песня. Ага. Вернемся дальше к разбору моего прекрасного кафтана. Помимо вот этой вот странной вещи, в которую я ору, у меня есть еще такая вещь, на которой висит моя гитара. Это такая вот сбруя, опять-таки изобретенная. Она очень помогает справиться с проблемой всех ремней. То есть гитара, она никогда не перекатывается, не переваливается. В ней можно, опять-таки, киваться, чем я периодически занимаюсь. И, ну и, конечно, она прекрасно выглядит совершенно. Она великолепна. Пожалуй, это лучшее, что я видел когда-либо. Вот, да. Михаил не соврет. Следующая наша песня. У каждой группы есть своя родина. И следующая песня наша про наш любимый город Петербург. И город, ну, сейчас непростой город. Петь про Питер. Люди из Питера поют песни про Питер. Про то, что он непрост. Питер непрост, насколько я помню слова. Питер непрост. И об этом, собственно говоря, следующая песня. Море, все его все не видно. Море,
такая вот история. Надо сказать, что играем мы достаточно давно. Как все питерские молодые люди, мы играем вообще с детства. В Питере все играют. Что? Говорю, играют все в Питере. Да, это правда. В Петербурге люди либо они художники, либо они музыканты, либо они поэты, либо они... Алкоголики. Президенты. Вот. Ну, что можно сказать? Конкретно вот этими воплями мы занимаемся с 2013 года, 5 лет. Каким-то образом, по каким-то странным студиям пытались записывать свое творчество. Ну, в общем-то, записали 2 альбома. Работаем сейчас над 3-м альбомом. И вообще, конечно, хочется работать над 4-м альбомом, над 5-м альбомом и продолжать работать над музыкой всю жизнь. Потому что творчество, которым занимаются люди, это, в общем-то, и есть смысл их жизни. В наших песнях, которые мы тут старательно орем, в общем-то, это проходит красной нитью. Можно стремиться за какими-то благами, за какими-то покупками, за какими-то мероприятиями отпускного характера, но все равно это мы лишь реплицируем предыдущие какие-то свои состояния. Если даже кому-то удается там хорошо поработать, заработать еще больше денег, значит, он купит машину еще дороже, значит, он купит квартиру еще больше и еще больше денег потратит на какие-то свои утехи и отпуска. То есть получается так, что счастье человек может обрести, конечно, только занимаясь творчеством. И, в общем-то, с каждым годом это становится все более или более понятно. И, наверное, людям, которые задумываются о смысле своей жизни, нужно помнить, что есть такая версия, что мы созданы по образу и подобию Творца, а значит, должны приближаться к своему прототипу и заниматься творчеством, заниматься тем, что нам больше всего нравится. Художники должны писать картины, поэты должны плести свои рифмы, музыканты должны драть свои струны и орать в свои вот эти вот странные вещи. Только это может принести какое-то удовольствие, потому что надо помнить, что всегда найдется какая-то вещь, на которую у тебя не хватит денег, сколько бы их у тебя не было, и всегда ты будешь чувствовать себя каким-то слегка ущербным в плане вот достижения вот этих всех житейских и каких-то бытовых достижений, мнимых. Это все химера, это мираж, это линия горизонта, она недостижимая. А твое творчество, ты занимаешься творчеством, ты оглядываешься потом назад, ты можешь включить свою музыку, которую записал 5 лет назад, послушать ее. Самолет. Хорошо, я уже заканчиваю. И получить, конечно, огромное удовольствие. Такое же, как получает художник, глядя на свои картины, или поэт, который слышит свои стихи. А дальше следующая песня. Она про нашу общечеловеческую любовь к большим двигателям. Как правило, музыканты и вообще эксцентричные люди, у них есть какое-то определенное содержание бензина в крови. Их не могут оставлять равнодушными различные технические большие вещи, в том числе большие двигатели. Вот, собственно говоря, следующая песня о нашем неравнодушном отношении к большим мотором. Я сейчас активирую нашего электронного клавишника кибернетического. Мы берем в руки кибернетические ложки и играем песню V8 про большие двигатели. We'll be right back.
восемь, у Господа просим, в восемь, у Господа просим, в восемь, дай нам Боже, в восемь, у Господа просим, в восемь, у Господа просим, в восемь, у Господа просим, в восемь, дай нам Боже, в восемь, дай нам Боже, в восемь. Дай нам Боже, в восемь. Вера и крепнет молитва, смысла и вымысла битва. Боже, двигатель большой нам дай. Я бегай! Бразилия, работа, бабла, Бразилия. Ну а самое главное, попросить забыли. У Господа просим, в восемь, у Господа просим, в восемь, у Господа просим, в восемь, дай нам Боже, в восемь. У Господа просим, в восемь, у Господа просим, в восемь, у Господа просим, в восемь, дай нам Боже, в восемь. Дай нам Боже, в восемь. Дай нам Боже, в восемь. Вера и крепнет молитва, смысла и вымысла битва. Боже, двигатель большой нам дай. Я бегаю. Песня про ненависть, которая нас окружает, и про то, что это все тупик. Постепенно нас заставляют ненавидеть все больше и больше, и мы от этого страдаем. И группа Янер против ненависти, которая окружает нас со всех сторон. Надо бороться против ненависти. Ненавидим всех!
ненавидим металлов, ненавидим певцов, ненавидим усов, ненавидим успехов, ненавидим пакетов, ненавидим дров, ненавидим хвост, ненавидим. Ненавидим отбросов, ненавидим русов, ненавидим поясов, ненавидим взглядов, ненавидим грех. Погоди, выходит, ненавидим всех. Хочется еще в преддверии нашей последней песни рассказать одну историю, которая случилась с нами, когда мы были молодыми людьми, мы занимались музыкой, у нас были нескончаемые варианты групп и проектов. Наши родители нам говорили: бросай это дело, займись какой-то нормальной работой, это все фигня, этим заниматься не надо. И, в общем-то, мы где-то пошли на поводу такого подхода к жизни и на какое-то время перестали заниматься творчеством, обзавелись семьями, занялись работой, карьерным ростом. И когда прошло некоторое время, оказалось, что вот этот весь промежуток жизни, он, в общем-то, его можно вычеркивать, потому что ничего интересного не происходит, ты собой не очень доволен. И вот по сединам Михаила можно понять, что лет нам не 18, не 20, и не 25, и не 30, и не 35, а вот уже, в общем-то, где-то так за 40. И поэтому следующая песня... Около 40 это называется. Ну да. Следующая песня — гимн 40-летним людям, которые, в общем-то, пришли к чему хотели, нашли, что им больше всего нравится в жизни, и занимаются, в общем-то, своим любимым делом. Их уже не будет. We'll be right back.
животный долг рождет с тобой. Отдашь его один. Ты расплатился, ты герой. Дом, дерево и сын. Смотри, как светится вдали сквозь бред и непогоду. Давай, включай свои мозги, узри свою свободу. Группа «Ядр» благодарит вас за внимание. Благодарит Семена Чайку, Юлю Дубову и звукоинженера Сергея. Надеемся на скорые встречи в эфире. Начало жизни, самое начало песни. Все намного интереснее. Ты свободен. Спасибо за внимание. Спасибо. Удача всегда с нами. Проект «Сами с вами».